поход. Привет, привет! Мы приехали в Простор, европейский магазин, купить несколько продуктов. Главный продукт – это колбаска. И потом муж сказал квас, а я еще люблю сырки. Сейчас будем что-то выбирать. Это магазин, русский магазин, или не русский, а европейский магазин. Так-то, ну что, пройдемся, посмотрим, что у нас здесь есть и сколько оно стоит. Конфетки разные, всякие вкусняшки. Вот это одни из моих самых любимых конфеток. Здесь у нас такая зона кофе, посидеть. Попить чаек или кофе, только $2, $1.99. Или чай. Так, здесь у нас всякие детские вкусняшки. Вот эти сладкие палочки. Сколько они? Вот эти вот маленькие. По $2.69. Да, ты хочешь палочки? Они сладкие, очень вкусные. Pick which one you want. Выбирай. Один. Ну, не хочешь? Ну, окей, не надо. Здесь у нас вот, смотрите. Сушки малютки. Любительские. Сколько они? 500 грамм здесь. И они $4.19. Много раз разной. Сушки. Потом пряники, коровка пряники с начинкой даже, они по 3,89. Аленка, что еще у нас здесь есть? Ой, мне вот эти нравятся, Рошен, особенно вот такие или даже хейзлнат, вот такие. 2,99. Эрик, ты выбрал себе что? Что это такое? Рыбку? Это соленая рыбка, это как? Как это называется? Селедка? Не, не селедка, это как? Я забыла, как она называется. Вспомнила, это таранька, это называется как-то так, таранька, может, не все, Эрик, ты думаешь, это ты будешь ее кушать, тебе понравится? Всякие приправы, вот какой-то приправа, $4.99, это $3.99. Все-таки выбрал, да? Ну, Эрик. Возьми. Возьми. Вот, иди, я покажу, какие. А мама вот эти возьмет. Вот, пряники. Еще любим вот такие пряники. Вот такие вот нам нравятся. Они сколько? По 2,99 с начиночкой. Мы будем брать пряники, Зай? Ну, возьми. Окей, тогда берем. Мне кажется, эти 2,09. Мама, what are you gonna have? Excuse me, сыночка, мама не видит. Вот эти вот. Здесь мне нравится. Вот это и вот это. Выбирай сам тогда, какие хочешь. Что у нас здесь? Колготки? Колготки продаются. 7,99. Колготки, какие-то носочки. Это какая-то большой такой казанок. Казанок? Да, казанок.
А это что-то делал, блинчики, наверное, какие-то. Не знаю, что это такое. Форма для выпечки орешницы. Да, это какие-то орешки делать, орешница какая-то. Эрик, поставь рыбку, ты ее не будешь кушать. Напитки. 3,49. Это вкусный напиток слива. Кахури, не знаю, это что такое. Какой лучше квас? Не знаю. Монастырский вроде бы вкусный. Монастырский стоит сколько? 4,19. Этот квас, какая-то бочка целая, желтая бочка. 5,19. Мы не так часто бочку берем. Берем бочку, попробуй. Мы не так часто здесь купляемся. Такие прянички я тоже такие люблю. Окей, бери. А там есть еще шоколадные. Вот эти коровка, смотри. Это шоколадные. Эмили, Эрик, ты хочешь шоколадные? Это желтая бочка. Видишь? Желтая бочка. Ты такое когда-то пробовал? Конечно, и не раз. Люди. Возьмем, попробуем тоже. Здесь у нас дальше что? Всякие конфетки. Мясняшки. Шоколадки. Эрчика, это тебе не понравится такая конфетка. Что, Аленка? Мне нравится каракум. Ну, поставь, Эрчик, поставь эти конфетки. У нас Аленки. 3,29 Аленки. Ну, Эрчик, поставь. Мы купили уже вам другие вкусняшки. Хватит шоколадок. Вот такие вкусные. Рошен. Bubble Dark Chocolate. 2,89. С этой стороны у нас всякие чаи. 11,69. Столько много разных чаи. Очень много зеленого, черного, всякого клубничного, земляничного. Много разных чай. Это только в русских магазинах или как европейских, потому что в американских там 2,5 коробочки. Будь здоров. Ничего другого. Мне очень нравится такой чай. Ловер. Да. У нас такой есть тоже. Вкусный очень. Пахнет. Очень вкусно. У нас такой есть, манго. Есть. Вот эти вот в таких пакетиках по 3,89. Это такой рассыпной по 5,99. Так, все. Куда мы идем дальше? Куда мы идем дальше? Здесь у нас всякие варенья и закрутки. Варенье у нас и по 9,99, и по 6. Что у нас здесь дальше? Мед. А, вот это любимое варенье. Точно, оно любимое, вкуснятина. По 15,79. Поднялись цены. Раньше, помню, мне кажется, они были по 6-7. Это еще в Калифорнии. Даже украинский борщ есть. Что еще здесь есть? Всякие икра кабачковая. 6,29. Что еще
Короче, здесь у нас огурцы и помидоры тоже. Вкуснятина. Огурцы есть разные цены. Примерно 6,49. Мне нравятся такие маленькие. Их и в салатик можно и просто кушать. Горошек. 3,99. Грибочки. Такие мне нравятся грибочки. 5,39. О, да, как всегда. Вафельные торты. Разноцветные есть. И такие. И сгущенка. Уже даже есть вареная. Сгущенка. Так, 2,99. 4,99. Это вот это вот. О, это как... Это как нателла примерно, что-то такое. И это уже видно сгущенка вареная с сахаром. По 4,99. Получается так. Напитки Мама, всякие уже холодные. Мама, ну, фили... И колбаска. Так, нам надо вот это. Вы взяли колбасу? Какую? Покажите маме. О, да. Это Эрикина любимая колбаска. Малыш, да? Эрик, это ты? Похож немножко, да? А, еще такая колбаска. Это твою, твоя колбаска. Окей, что у нас здесь еще есть? Пельмени. Так, пошли сюда. Ой, be careful, Эрочек, осторожно. Здесь у нас... Подожди, подожди, мама проедет. Компоты и всякие закрутка еще. Компотики и напиточки Полинка. Здесь. Где Полинка? А, вот Полинка. По 3, но Полинка 2,59, а это Полинка 3,49. Смотри, какая Полинка, короче. И тоже еще всякий квас в баночках. Вот эти сиропчики у нас дома такой есть. С газированной водой. Вот так классно. Нашла мороженое. Пельмени. Где мороженое? Мои самые любимые. Я всегда, когда захожу в русский магазин или европейский магазин, вот это вот именно, именно вот такое. Очень вкусно. Это с маком. С маком. Вкуснятина. Вот это для мамы. Два батончика. Да, there's cameras. Так что не поломай ничего. Что у нас здесь есть? Сыр, кефир. Кефир у нас по 3,89, молоко. Где айскрим? Покажи. Сейчас селедки на шубу. Боржоми. Минералка. Мороженое. Айскрим. Если вы такое будете мороженое, то мы тогда не пойдем в Spill the Beans мороженое. Мама хочет Spill the Beans мороженое. Я хочу. Вы хотите пломбир? Мама хочет другое мороженое. Папа, я себе это беру. Я себе вот это беру. Там у нас колбаска. Майонез. Сало.
еще колбаса. Еще колбаса. И еще колбаса. Классно. Хороший выбор. Много выбора, много колбасок. И молочного. Закусочки всякие. Сметанка, кефир. Посмотрим сейчас. Сырочки. Держи. Иди давай тете, чтобы она его пробила. Идем уже на кассу. Да, уже есть плов. Готовый на продажу. Блинчики. 9,99. Плов. Колбаска. Голубцы, салат, винегрет, оливье, булочки всякие, печеные, пирожки с картошкой, с капустой, вкусняшки всякие, тортики, да, такие, угу, пельмени. Так, здесь мы уже ходили. Мне кажется, мы еще здесь не ходили. Что у нас здесь еще есть? Приправы всякие, макарошки. О, соль, соль, соль. У нас как раз закончилась соль. Эмили, на, иди поставь соль, у нас соль закончилась. И здесь всякие приправы. Хорошо, что я заглянула. Кашки, малашки всякие. Крупа. По 2,69. Доллар 59. Хлопья овсяные и кашки детские, мука у нас здесь и макарошки, макарончики. О, еще консервы всякие, консервы, шпроты. Мы любим шпрот. Эрик, поднимай, поднимай. Дай маме. Бегом, бегом, бегом. Не открылась? Что это ты взял? Вот такой самый. Нет, Эмили, возьми вот таких две баночки. Two. Вот такие нам нравятся, да, шпротики. Иди папе отнеси. Все, пошли, тогда мы это назад поставили. Все, Эричек, не надо, не бери. Пошли. И, конечно, как же без семечек? Не знаю, какие взять. Надо так, хочется семечки полоскать. Эти зеленые большие. Возьмем, наверное, одну пачку такую, они 3,39. Вот такие. Они такие вкусные. И кажется, вот такие мы брали тоже. Вот такие, мне кажется, тоже большие семечки. Эти по вроде бы 3,49. Сейчас спросим у мужа, какие он захочет. Бабкины тоже брали раньше. Ну что-то, мне кажется, последний раз мне вот эти и вот эти понравились. Все, пошли, пошли, гайс. Пошли, пойдем, пойдем. Ну, покажи, Эрик, что там у тебя. Это игрушку. Это игрушку? Игрушка. Игрушка. Угу. А у тебя что, покажи? Это... Тоже игрушка, шоколадка. Да. Зашли только за колбасой. Сколько у нас реситик получилось? Тотал 129,48. Это
Это называется «пришли за колбасой». Зашли за колбасой, вышли, вышли с больше, чем колбасой. Полмагазина. Полмагазина. Сладостей, шоколадок, вкусняшек. Это все дорого здесь? Очень дорого, да. Самое дорогое, это была такая вкусная рыбка копченая, мы там взяли, она была $24.90. Привет, 25 долларов. Привет, YouTube. Да. Эрик, ты куда? Все, садитесь. Поехали дальше.